Вот такой камень еще есть, привезенный из Фароса в 2010 году. Ну, когда его мочишь водой, то он меняет цвет, становится красным. Вот. На камере, наверное, не очень хорошо видно. Вместе с тарелочкой продается тоже из Фароса. 2000 гривен стоит. 18 килограмм весит. Так что можно купить кусочек Крыма. 18 килограмм. Вместе с тарелочкой из Фароса. Вот такая вот ракушка морская есть. 500 гривен стоит она. Громадная тоже. Тарелочки для украшения можно вешать. Не вешать. Одесса, сувенирная тарелка, и Львов, 150 гривен и 200 гривен тарелка. Вот такие вот декоративные тарелочки. Египет тоже 150 гривен и 200 гривен тарелка. Также два кофейных сервиза. Вот один, 6 чашек и 6 блюдечек. Двое оранжевого цвета с таким вот рисунком розы и подставочкой. 399 гривен. И второй 599 гривен, но он идет, с чайником. Тут еще есть сахарница и сливочник для молока. Такие вот чашки с эмалью. Производство Словакия. Эти два сервиза. Три разноса получили. Три разноса получили вот таких деревянных. Очень удобные, вместительные. Слышно, что дерево. Стоят они 135, 199 и 270. Вот такая вот конфетница 105 гривен стоит. Зеленое стекло. Такое как пескоструем обработанное, немного шершавое на ощупь. Салфетница вот такая вот подарочная. Там салфетки и колечки, чтобы складывать ну, для украшения столов, когда гости приходят. Вот такие вот подсвечники по 55 гривен. Свечки обычные, чайные в них вставляются. Выглядят очень солидно. Детские наборы посуды с коровками. Как раз на следующий год быка, идет чашечка, тарелочка глубокая и тарелочка плоская. Красный и салатовый. Вот такие вот салатники с квадратиками нарисованными. Вот такие вот салатники получили тоже. 79 гривен одна штука. Керамические, тоже словацкого производства. Хлебница 135 гривен. Салатники с французского стекла 280 гривен. Рог из хрусталя 50 гривен. Вот такие вот салатники. Один 100 гривен, второй 80. И вот такой вот салатник из хрусталя 280 гривен стоит. Вот такой вот получили чайничек и три чашечки с фигурными цветами. Фарфорные чашечки по 10 гривен, на чайничек 50. Порцеляновый набор с рисунком наподобие Мадонны. Сахарница, чайник и сливочник, и чашечки. Но получили мы их без блюдечек. 260 гривен набор. Вот такие вот 5 чашечек за 130 гривен. Подстаканники, наверное, все помнят. 40 гривен штука.
Вот такой вот набор. Бутылка и рюмочки. 130 гривен. Ну, а дальше у нас идет рыбка. Вот такая вот масленка еще есть. 55 гривен стоит. И два соусника. 40 гривен. Чашечка еще есть. Это чешский фарфор. 70 гривен штучка.